Еще раз большое спасибо, что вы пришли к нам сегодня сюда. Нас не стало намного меньше. Ну, может быть, просто очень длинный концерт, хотя, мне кажется, все происходило так, как бы, адекватно, да? Продолжаем. То есть я очень надеюсь, что те, кто ушли, ушли по каким-то другим причинам, а не потому, что мы их своей музыкой расшугали. Я хотел сказать, напоминаю, у нас в гостях сегодня Сергей Коренев из Новороссийска, Юг России. Прекрасный музыкант. В этом сезоне, этой зимой, Сергей записал замечательный диск, который за него называется «Frankness», да? «Frankness». Откровенность, да. Вот. И мне этот диск очень нравится. Он в редком жанре такого contemporary джаза записан. В России мало кто делает. Он уже получил и международную прессу, и радио джаз отметило его, и выходил на анонсы этого диска. И ты привез что-нибудь, нет? Ну, в общем, если кому-то будет интересно и понравится наш... Поверьте, очень хорошая музыка. Мы, кстати, одну композицию во второй отделении сыграем оттуда. Итак, мы поехали, мы продолжаем играть музыку Вадима Майногина. Пьеса называется «Огни большого города». Thank you.
Thank you.
Как это приятно, друзья, спасибо вам большое. Это была мелодия, замечательная мелодия как раз того диска, про который я говорил, Сергея Коренева, она называется «Evening Melody», вечерняя мелодия. Сергей Коренев. Ну, раз в руках есть микрофон, надо спеть. Надо, чтобы вы помогли. Я вам покажу, что делать. Как. Песенка, я ее один раз здесь пел, но много, года 3 или 4 назад, к Левлином Воткисом приезжали. Может, помните, такой был англичанин? Ну, тем более, значит, никто не слышал. Называется песня «Revolutionary Song», то есть революционная песня. Смысл? Кто-то слышал, да? Ну, я думаю, можно еще раз послушать, раз там в 3 года. А, песенка такая, знаете, типа gospel song. Я вообще написал ее, потому что мне позвонили с фабрики, я в студии сидел, рыбинский бройлер, говорит, вас беспокоит с рыбинского бройлера, напишите нам, ярославский бройлер, он в Рыбинске находится просто, напишите нам, пожалуйста, джингл. Ну, я написал, на следующей ночи у меня проснулся, и у меня этот джингл играет в голове, потом глаза, слова написались. Знаете, это как gospel song, одну и ту же мысль разжевывает. А мысль такая: я работаю очень много, ты работаешь очень много, он работает очень много, мы все работаем очень много. Блин, где деньги? Она не работает очень много, он не работает, они вообще никогда не работали ни одного дня в жизни. Блин, откуда у них так много денег? Мама, я этого не хочу, парни, я этого не хочу, правители, я этого не хочу, бомжи, я этого не хочу, но вы дождетесь новой революции. В общем, такая вот как бы. Ну, поехали. Да, Миш. Там, пам, 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 пам. Отлично. Отлично. For many years, he's been working for many years, and you've been working for many years, and we've been working for many years. Why don't we have money? Tell me, you haven't worked many years, he hasn't worked for many years, she hasn't worked any days, they haven't worked for many years. Why have they got so much money? Tell me, you can see more. I don't want it. Rulers, no, I don't want it. And beggars, no, I don't want it. You can see, guys, I don't want it. But you get a new revolution. Revolution.
Вадим Майногин! Сергей Коренев! Александр Нестеров! Михаил Доброхотов! Михаил Черенков! Меня зовут Стас Майногин! Огромное вам спасибо! Нет, нет. Thank you.
Огромное вам спасибо. Вечер, джазовый вечер в Иваново, в зале «Классика». Гора большое, всем спасибо. Вадим Майногин! Вадим Майногин, автор практически всей сегодняшней музыки. Сергей Коренев, наш гость из Новороссийска. Александр Петрович Нестеров. Запомните имя этого героя. Михаил Юрьевич Доброхотов. Михаил Черенков. Меня зовут Стас Майногин. Всем огромное спасибо за то, что вы с нами были. Да? Мы счастливые люди. Мы счастливые люди. Спасибо. Мы все вместе счастливые люди. Ну, раз уж у нас сегодня такой получился творческий вечер композитора Вадима Майногина, мы сыграем еще одно его произведение, очень красивое, называется «Теплые дни детства».
Друзья, я всем очень признателен. Сергей Коренев, замечательный человек, гитарист потрясающий. Саша Нестеров, супер. Михаил Доброхотов, прекрасный наш басист. Михаил Черенков, Стас Майнугин. Все это специальный гость Сергей Коренев и Майнугин Бэнд. Очень просто. В Иваново, в замечательном зале классика. Александр Иванович, огромное вам спасибо. Вика, спасибо. И на звукорежиссер, глубокий поклон ему. Алексей, да. Молодец, молодец. Замечательно. Ну и, конечно, вы, наши дорогие слушатели, зрители, потрясающе. Спасибо огромное. До новых встреч!